парочка Рав с Луной. Я посмотрела, Равшан с Луной очень милые. Я не думала, что они настолько друг к другу подойдут. Он прям, знаете, Равшанчик размягчал. Вот видно, что ему как будто бы искренне нравится Луна. И не только внутренне, да, внутренне, душой видно, что привлекла, но и бабочкой, и своей, как бы, что она невысокая. Вообще уже все, нашел себе девушку. Я очень рада за него. Это как всегда, что? Ну, я шиплю чуть-чуть, шиплю, чуть-чуть. А чё, можно, можно. Не, вообще очень рада за Равшана. Я считаю, что это ему прям идеально подходящая пара. Я очень рада. Хочу, чтобы они уже сделали свадьбу, хочу уже детей. Вот, чтобы у них были уже все дети, счастливая семья, дом, выращенное дерево. Не знаю. Я именно главный шипер в интернете. Извините меня, пожалуйста, но я люблю так делать.